Вітаю, шановне господарство. Вашій увазі короткий випуск новини. У студії працює Анастасія Русєцька. Запрошую. Генеральная прокуратура Беларуси отмовилась назвать колькость тех, кто звернулся в створенную уладами комиссию для вертания. Официальный запит у державный орган скировала российское выдание РБК. Анжелика Курчак, начальница управления Генпрокуратуры Беларуси, в питаниях працы со СМИ отказала. Запытанная вами информация относится до категории, распаўсюд якой у сродках массовой информации на интернет-ресурсах обмежаваны. Уличиваючи вышей подаденное, накировать на ваш адрес запытанные известки не уявляется махчимым. У отказе Генпрокуратура пропоновала брать информацию о праце комиссии на официальных интернет-ресурсах ведомства. Комиссия для вертания собиралась тройчи. Генпрокурор Андрей Швед у травне заявлял, что у комиссию поступило больше за 70 зворотов. Киберпартизаны ж у липе не поведомили, что сгодно с отриманными ими документами у комиссию звернулись усяго 16 человек. Ухвалили только две заявки – мати Романа Протасевича Натальи Протасевич, а так сама Филиппа Давыдова. Дали интервью пропагандистам. У беларускага парку высоких технологий новый керавник. Это был пресс-секретар КДБ Александр Базанов. Его на имя з'явилось на сайте ПВТ в разделе «Керавництва». Пресс-служба парку еще не обвестила официально про призначение нового керавника. Однако поводле крыницов выдания kv.by решение приняли еще на минулом тыдні. Рада Беларускай Народной Республіки з нагоды третьей годовины после выборчих протестов опубликовала адмысловы зварот. У ім говорится, что подзеи 20-го и початку 21-го годов увойдуть у историю Беларуси як героичная сторонка. Однако яны провели до тяжких, часам катастрофичных наступствов для нашего народу. Рада Беларускай Народной Республіки закликает рихтовать силы для дальнейшего змагання за свободу и державную незалежность нашей батьковщины, у тым ліку махчима збройными и силовыми методами. Беларуская демократичная оппозиция повинна зарабить высновы с подзею 2020 года и уличить помылки для того, как наблизить и поспяхово выкорыстать наступные махчимости для демократичной революции в Беларуси, якія непозбежно з'явятся у будучыні, у тым ліку махчыма недалёкай. Беларускі Чырвоны Крыж могуць выключыць з міжнароднай федэрацыі або прыпыніць яго сяброўства. Пра гэта паведаміў Павел Латушка. Паводле кіраўніка НАУ, беспрэцэдэнтныя захады ізаляцыі будуць прынятыя бліжэйшым часам. Гэта адаб'ецца на магчымасцях беларускага Чырвонага Крыжа рэалізоўваць праекты, што фінансаваліся міжнароднымі партнёрамі. Дмітрый Шаўцоў фактычна асабіста зліквідаваў гуманітарны патэнцыял арганізацыі у надаванні дапамогі найбольш уразлівым катэгорыям грамадзянаў у Беларусі. Нагадаю, раней генеральный секретарь Дмитрий Шаўцоў признал дотычность Белорусского Червоного Крыжа до вывозу в Беларусь детей из оккупованных территорий Украины. Так само и он приезжал у захопленный российцами Мариуполь у одежи с литерой Z и полохал Захад ядровой зброей. Литва, Латвия и Польша супольно выпрацавали механизм полного закрытия мяжи с Беларусью у критичной ситуации. Про гэта агентство БНС заявила прэм'ер-міністарка Литвы Інгрыда Шыманіце. Однако она отмовилась назвать ситуации, у яких могут принять гэтае рашэнне. Консультации с нагоды закрытия межаў не абавязкова будут публичными. Мы можем сидеть и разважать про бясконцую безліч здарэнняў. Инцидентов, якія теоретично можно придумать, бясконцае мноства. Тому я не хочу про их говорить, бо гэта будзе выглядаць як оценка неких реальных пагрозаў. Пакуль Литва мае намер закрыць на мяжы з Беларусью два пункты пропуску з шасці. Паводле Інгрыды Шыманіце, пры сённяшняй геапалітычнай сітуацыі існая пропускная інфраструктура залішняя. Прэм'ер-міністрка таксама падкрэсліла, што прысутнасць ПВК Вагнера ў Беларусі не дазваляе літоўскім службам расслабляцца. Нелегитимный режим Лукашенко готовы удельничать у любой провокации на загад России. Гэтак в учении Беларуси на мяжи с Польшей прокомментовал представник Евразвязу Петер Стана. Лукашенко отмовился от суверенитета Беларуси на корысть России, тому гэтае войсковое вучэнне трэба разглядать у контексте того, что Россия робить супраць Украины, спрабуючы гулять тяглицами, заполохать суседзяў, показать, что яна яшчэ можа протягивать свои незаконные дзеянні супраць Украины. Вучэнні на участках Гарадзенскай вобласці, ды на Горскім палігоне непадалёк ад мяжы з Польшчай і Літвой пачаліся 7 жніўня. Як паведамілі ў Міністэрстве абароны Беларусі, у вучэннях улічваецца досвед вайны Расіі ва Ўкраіне. На гэта ў мяне ўсё. Стаўце выпуску ўпадабанні і пакідайце каментары. Вынікі дня, а таксама аналітыку падзеяў глядзіце ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі на тэлеканале «Белсат».